Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем красивую звездочку. Можно в такой цветовой гамме, можно в такой. Давайте начнем. Нам понадобится 4 листочка одного цвета, 4 листочка другого. Размер листика у нас получается 146 на 73. Переворачиваем листочек на другую сторону. Эту линию на эту линию закладываем. Проглаживаю. Вот эту линию на эту. Переворачиваем на другую сторону. Эту линию на эту. Раскрываем. Вот этот уголочек на вот этот уголок закладываем. Проглаживаем. Здесь у нас идет уголок на нет, поэтому мы его немножко калибруем, подстраиваем, чтобы было аккуратненько. Проглаживаем. Переворачиваем на другую сторону. Эту линию на эту линию. Проглаживаем. Здесь надо аккуратно под конец, чтобы уголочек не завернулся, подровнять. И еще разочек проглаживаем. Эта линия у нас уже сделана, поэтому просто опускаем и в этом месте чуть-чуть прижимаем. Вот у нас такой модуль получился. У нас 4 модуля одного цвета, 4 модуля другого цвета. Теперь берем, собираем. Вот таким образом оттянули уголочек. Берем следующий модуль, вставляем. И этот уголочек захлопываем вот сюда. Делается легко, несложно. Готово. Следующий. Оттягиваем уголочек. Берем другой цвет. Вставляем. И вот тут сюда, в это место, защелкиваем. Прижимаем. Следующий уголочек. Оттянули. Другой цвет. Вставляем. Защелкиваем. Следующий. Следующий уголочек. Еще один. Здесь можно сделать немножко полегче, но чтобы не запутаться, мы будем дальше продолжать. Так вот, вставляем. Вставляем. И теперь нам надо вот этот уголок вывернуть. Вот таким образом. Выворачиваем. Этот мы оттягиваем, уголочек, и вставляем, вставили, и то же самое теперь этот уголочек, защелкиваем защелочку, прижимаем, подровняем, чтобы было все красиво. Прижимаем. Вот такая красивейшая звездочка получается. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем бриллиант. Очень красивый. Делается несложно, только долговато.